В едином спортивном порыве Самарская область сольется через полторы недели. Футбол, бокс, тестовая сдача норм ГТО, продемонстрировать отличную физическую форму и боевой дух в столицу губернии приедут гости из всех муниципальных районов. День физкультурника в городе пройдет в третий раз. Он уже стал для жителей любимым праздником здорового образа жизни. Сделать его ярким, сделать действительно массовым, потому что здесь как раз речь не идет о каких-то рекордах, да, хотя это тоже важно. Речь идет о массовости, о здоровом образе жизни для большого количества людей. Самые ловкие и сильные получат значки и удостоверения о готовности к труду и обороне. Кстати, в прошлом году высокие спортивные показатели помогли некоторым самарским выпускникам поступить в вузы. Результаты тестирования ГТО давали льготы, плюсы к баллам. На дне физкультурника пройдут финальные матчи проекта «Лето с футбольным мячом». А любителей бокса организаторы порадуют возможностью почувствовать себя на самой желанной спортивной вершине. Мы будем выставлять свой ринг. Ринг у нас самый настоящий, олимпийский, да, самых размеров олимпийских, 8 на 8 метров, помост только. То есть дети, которые будут участвовать в этих соревнованиях, почувствуют себя настоящими профессионалами. Для них приготовлены призы, подарки, памятные сувениры. Площадки футбола, бокса и проект «Надежда нации» на спортивном празднике организует партия «Единая Россия». Принять участие вне физкультурника приглашаются все желающие. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События.